поныне в предместье одного из городов Украины возвышается на скалистом обрыве старинная крепость. Много видели ее древние стены. Отсюда в битвы за свободу народа уводил свои полки Богдан Хмельницкий. Здесь томился в темнице народный герой Устим Кармелюк. А в 20-е годы нашего века у подножья старой крепости начинали свою жизнь герои этой повести.